Приветствую вас. Сначала нужно обратиться к врачу, ну, чисто врачу по медицинской части, чтобы вам помогли, посмотрели, вот, сделали осмотр, полное обследование медицинское провели. Вот, и уже, соответственно, если не будет ничего выявлено, то к психологу. Потому что есть некоторые заболевания, которые могут вызвать такое вот поведение. Вот. Может быть, конечно, и психосоматика, этого никто ни в коем случае не отрицает, этого никто ни в коем случае не не сбрасывается со счетов, но тем не менее, все-таки будет лучше, если вы обратитесь сперва именно к, непосредственно к врачу, да, для того, чтобы поработать с этой вот проблематикой. Вот, значит, о чем говорят неконтролируемые вспышки агрессии? О чем говорит такой садизм? Да? Да по сути дела, о низком эмоциональном интеллекте у вас. То есть гнев. Ваш гнев – это то, что вы чувствуете, точнее то, что вы себе чувствовать не позволяете, если быть до конца честным. Вот. Вы не позволяете себе чувствовать. Вы не позволяете себе, значит, ну, скажем так, вы не позволяете себе ощущать чувства. Понимаете? Какая история. Вот. И, соответственно, думается мне, что в этом и заключается основная беда. Со своими чувствами нужно работать, со своими чувствами нужно разбираться, в этом вам отчасти поможет книга Федерико Перлза «Я умею прыгать через лужи». Вот, в этой книге даны упражнения, которые помогут вам раскрыть всю свою злость, ненависть и так далее, вот. Но применительно к гневу, да, применительно к таким вот вещам, здесь все-таки лучше, конечно, говорить о именно раскрытии этого чувства, то есть о работе над тем, чтобы понять, что за ним, за этим чувством, вот что за ним скрывается, что оно из себя представляет, какое оно, да, это чувство, вот. Соответственно,
Есть такое понятие, как ретрофлексия. Есть такое понятие, как ретрофлексия. Это когда, скажем, энергия чувства, например, энергия гнева, подразделяется на две такие вот составные, части, да? Первое, это то, что направлено на вас. Первое, это то, что направлено на, собственно, самого человека. Вот. А второе, это то, что направлено непосредственно на других людей. Ну, только далеко не всегда это происходит как-то сознательно, далеко не всегда это происходит именно как-то вот, знаете, ну, осознаваемо, да, далеко не всегда это происходит, и поэтому чувство так и, грубо говоря, остается вот в таком, в таком, я бы сказал, первобытном, да, состоянии, в таком первобытном формате, вот. И, соответственно, ну, нужно его как бы облагораживать. То есть вот чувство, которое у вас есть, его нужно облагораживать. Как? Ну, собственно, здесь только поможет работа над этим чувством. То есть, например, вот есть гнев, да, это есть такие упражнения, да, есть гнев. Как бы вы могли свой гнев выразить неразрушительным, например, способом, да? Вот. Ну, в принципе, это в общем и целом, это мне не кажется чем-то таким, знаете, тяжелым или сложным для, собственно восприятия. Вот. Но это, с этим нужно работать, вот. Есть, конечно, элемент и дыхательных вот, упражнений, дыхательных тренировок, которые вы можете сами, значит, освоить, даже без психолога, вот, если будет желание. И дыхательные техники вам, в принципе, также помогут поработать над своим гневом и, собственно, сделать так, чтобы гнев не управлял вами. Вот. Есть много разных способов, например, через НЛП работают с гневом, да, бывает и такое, но это уже подбирается индивидуально под, я думаю, ваш случай, да, именно под ваш случай подбираются варианты работы, то есть вот. В зависимости от того, какой случай ваш. Вот, потому что, ну, понятно, что у каждого своя индивидуальная картина, я думаю, что можно анализировать то, что с вами происходило, с вами, в вашей семье, в вашей жизни. Вот, можно анализировать опыт, который вы получали, вот,
И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет тоже делать какие-то выводы. Возможно, когда-то у вас была какая-то травма психологическая, вот, которая сейчас дает о себе знать. Вот. Ну а вы, естественно, вы не понимаете, что именно вас беспокоит, и уже, может быть, даже и забыв про нее, вы переживаете не самые лучшие моменты, вот, и, собственно, из-за этого страдают, значит, ну, ваши близкие, родные, любимые, вот, и так далее. И я не думаю, что это то, собственно, чего вы хотите, вот. Поэтому я рекомендую вам все-таки отнестись к этому, ну, достаточно серьезно, да, потому что это важный момент, важный он в первую очередь для вас. Итак, еще раз, значит, первое, невыраженные эмоции, невыраженные переживания, не отреагированные вовремя, что-то, ну, то, что с вами происходило, да, вот. Второе, низкий эмоциональный интеллект и отсутствие личных границ, то есть, вы не чувствуете себя, с одной стороны, значимым достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно, вот. Ну а с другой стороны, вы не знаете личных границ, то есть постоянно себя зажимаете и в итоге чувствуете, что ситуация выходит из под контроль. Абсолютно. Ну, для вас. Вот. И это, в общем-то, вас и держит по итогу в состоянии, значит, постоянного напряжения, постоянного эмоционального психического напряжения. Вот. То есть я думаю, что вот такие основные могут быть моменты. Ну, исходя из того, что вы написали, конечно же, потому что, в общем-то, информации мало для анализа, и вообще нужно с вами работать. То есть нужна полноценная работа с вами для того, чтобы лучше понимать, что происходит. Но пока, почитайте книгу Федерико Перлза, она называется «Практикум по гештальт-психологии, по гештальт-терапии». Вот, почитайте эту книгу, пока что, я думаю, этого будет вполне достаточно, вот. Ну а дальше, соответственно, уже можно будет что-то делать дальше, после того, как будут вот эти моменты проработаны вами. То есть хотя бы вы будете представление иметь о каких-то базовых моментах, связанных с чувствами, с эмоциями и так далее, вот. То есть мне думается, что вот это сейчас для вас самое важное, самое важное. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь.
Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам, собственно говоря, всего самого-самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Не повторите ошибки своего отца и обратитесь к специалисту, к медицинскому.